Всем привет, с вами я, Степан, и сегодня мы... стоп, почему мы играем в Rush Wars, если эта игра давно закрыта? И всем привет, друзья, с вами я, Степан, и сегодня мы спустимся на самое дно Авито. На самом дне Авито мы увидим, как школьники продают все свои товары за хорошие цены. Раньше на Авито продавались товары очень хорошо, а из-за какой-то игры Авито засорилось. Даже оценка Авито уменьшилась. Да что тут оценок-то? Да Авито вообще скоро утонет из-за этих убогих товаров. Ладно, переходим к видео. Лего Brawl Stars Ворон. Цена 20 рублей. Да вы чё, рофлите надо мной, что ли? Мой глаз. Сразу скажу, этот товар не стоит своих денег. Сразу же видно, что все эти фигурки из китайского Лего. Удивило в том, что вместо метательных ножей это Сай из Ниндзяго. А еще униформа пожарника из китайского Лего. Никита Вейрих. Отвечает на сообщение за несколько часов. Да, без комментариев. Дэрил. Неправильно написал. Дэрил. Два буквы Р. Цена 20 рубасов опять и тот же продавец. Господи, мама, роди меня обратно. Хочу сказать. Кто эту фигню покупает? Ну хотя бы немножечко постарался бы. Хотя бы бочонок бы стал светло-коричневым. Ну а про шапку я вообще молчу. Эх, ну что сказать, ведь это же современные школьники, которые хотят задонатить в играх. А их мамка не разрешает, потому что ее сын туп. Научу покупать аккаунты Brawl Stars. Стоп, то есть ты будешь научить нас покупать аккаунты за такую цену? Чё? Ну хотя бы спасибо за то, что ты нас учишь покупать аккаунты, но... Ну за такую цену, господи. Но это не особо трешовый товар, впереди нас ждет еще трешовые товары. Продам фигурки из пластилина Brawl Stars. О, мы, кажется, наверное, нашли реальный талант. Вот такого красивого таланта я еще никогда в жизни не видел вообще. Ух ты, он даже слепил Леону акулу. О, такое красивое лицо. Нифига у нее такой огромный глаз. О, господи, как будто я попал в хоррор-игру. Вот теперь я точно попал в хоррор-игру. С радостью могу купить, но почему так дорого? Ну, фигурка Джина получилась средняя, 6 из 10. Леона Кова, скажем так, 5 из 10, потому что лицо очень странное. А вот Тара ваша красавица, 4 из 10. А вот это мне точно будет сниться в кошмарах, потому что она всегда меня убивает в катках. А вот это, ну господи, твердая 2 из 10. Но у меня всего лишь один вопрос. Почему так дорого? Арты Brawl Stars. Ну и так-то видно, что автор не умеет рисовать. А вы знаете, как я рисую? Вот мой рисунок, вот. Не верите? А сейчас я вам докажу. Вот доказательство. Вот все еще я рисую это. Вот это Дио, а вот это Джотаро. Ну вместо Джотаро я там написал Netflix. Вот это типа YouTube, а вот это Netflix. Короче, все понятно. Вот это я сам нарисовал. Вот. Это доказательство. Рисунки на заказ. Ага. Так себе рисунок. Почему у Рика такие маленькие шарики в животе? Почему у него такие малюсенькие пули? И как он держит пистолет? А почему правая рука такой тощий? Цена не указана. Кажется, она будет стоить миллионы. А вот с этим товаром я реально удивился. Гемы Brawl Stars. Промокод. Фу, блин, сразу же оскорбителем запахло. Те, кто верит, что промокоды в Brawl Stars существуют, хочу говорить. Промокоды в Brawl Stars не существуют. Промокоды на гемы, на монетки, на Лего совсем не существует. Это все бред. Полный бред. Так, не будем говорить про оскорбителя, переходим к талантам. Brawl Stars. 50 рублей. Товары для детей и игрушки. Что? И снова барахло, господи, ну и трэш. Почему у Кольта фиолетовые волосы? Почему Барли стоит как гопник? И объясните мне, почему у Пока джинсы, алё? А вот и цены, мда, цены так себе. Барли 200 рублей, Кольт 150 рублей, Поко 100 рублей, Дэрил 50 рублей. То получается весь набор стоит 500 рублей. А на ценнике же написано 50 рублей. Видимо, он хочет продавать Дэрила. А ноутбук HP продается? Кстати, переходим к нормальным товарам Авито.
Толстовка Леона Бравл Старс стоит 3 косаря. Конечно же, очень круто выглядит. Можно подарить фанатам Бравл Старса. Вот так, конечно же, выглядит, но есть один минус. Мы шо, будем ходить голой жопой, что ли? Стоп, это же девушка с голой... Ах да, ему же вообще насрать на все. Еще я нашел вот такой прикольненький товар. Она стоит 50 рублей, и он лепит фигурки Бравл Старс. Вот, за 50 рублей такую фигурку. Такой талантиши я еще никогда не видел. Он даже слепил рикошета. Я бы с радостью купил эти товары, но денег-то нет. Ха! Что ж, вот так я искал трешовые товары в Авито. Хотел искать еще таких смешных товаров, но почти все товары это тренеры. И напоследок, Авито это самый лучший способ суицида. Надеюсь, я вам поднял настроение, потому что я очень сильно старался снимать это видео. Что ж, всем удачи и всем пока. Спасибо за просмотр.